золотий требл, суперкубок, кубок, чемпіонат. Які у тебе емоції, що відчуваєш? Я не знаю, у мене обычно после таких, ну можна сказати, триумфов, какое-то опустошение, потому что не сразу понимаешь, что чемпионат, кубок, да, вы говорите, суперкубок взяли. Конечно, еще не верится в это, но думаю, это какое-то безумие. Сейчас вообще в голове просто какие-то непонятные. Ну, жодних сумнівів немає, що Динамо найкраща команда України? В этом году, да, но, как мистер говорит, тяжелее удержаться там на вершине, чем туда дойти. Поэтому следующий год нужно удерживать свои позиции, показывать свой класс, что мы Динамо Киев. И это будет нелегко, конечно же, но мы работаем, видите, мы стараемся. Все команда как одно целое, і у нас неплохо получается. 120 хвилин на полі — це найважчий матч у цьому сезоні. Да. Для мене, да, я думаю, для всей команды, потому что последний матч и 120, ну, очень нагрузка была серьезная. Ну, восстановимся, дальше нас ждёт ещё работа ждёт. Який мотиваційний спіч був від містера Луческо сьогодні перед матчем? Он особо никак не настраивал. Было все как обычно, день проходил, подготовка, все. Я думаю, все профессионалы, все сами понимали, что насколько важен этот матч, и нужно любой ценой вырывать победу, забирать кубок, оставлять в Киеве, и все. Дуже дякую, з перемогою, Ден! Динамо Киев, чемпион!